С 2022 года донские воспитатели, школьные учителя и преподаватели СУЗов начнут получать зарплату, рассчитанную по новой системе оплаты труда. Ее внедрение обсудили накануне в ЗАГС Собрании области. Главные инновации – увеличение окладов на 50%, а также корректировка компенсационных и стимулирующих выплат. В частности, появится очень важная выплата, которой до этого не было. Это выплата молодым специалистам. 10% к окладу. Мы очень заинтересованы в том, чтобы наши педагогические кадры омолаживались. Сегодня у нас в образовании очень большой дефицит, особенно среди учителей. Мне даже страшно озвучивать эту цифру. Она превышает 30%. Новая система должна также привлечь новые кадры, снизить нагрузку на педагогов, ведь многие сегодня работают на полторы ставки, а еще удержать молодых специалистов в системе образования. По статистике, после года работы в учебном заведении из 10 остаются только трое. Накануне на заседании правительства было принято примерное положение в оплате труда сотрудников сферы образования, которые работают в подведомственных Минобручреждениях. Аналогичный документ должны будут принять и муниципалитеты. В каждом учебном заведении нужно будет рассчитать, собственно, эти самые зарплаты по новой системе и понять потребности в дополнительных средствах. Первоначально озвучивалось, что в целом по области это свыше 3 миллиардов плюсом. Ну, сейчас вот мы, я думаю, в течение месяца выйдем уже на совершенно конкретные цифры.